Он ведь просил вас похлопотать. Да что за чепуха? Ну, зачем же так, Сергей Ильич? Тулин же специально за этим приезжал к нам вчера. Как? Тулин вчера был здесь? Но он не говорил мне ни слова. Так, так. Так, за моей спиной. Сознаете ли вы, на что вы толкаете Аркадия Борисовича? В случае чего Аркадий Борисович, а не вы, не я, понесет ответственность за авантюру Тулина. Вы этого добиваетесь? Да не говорите вы глупостей. Вы же сами были за подобные исследования. Только вчера мы с вами об этом говорили. Лучше не касаться нашего вчерашнего разговора, Сергей Ильич. Это почему это не касаться? Наоборот, касаться. Да, Котопусь. Значит, сами настаиваете. Ну что ж, Аркадий Борисович, я бы не стал вас никогда огорчать. Но мои слова искажаются, я должен защитить... Оставьте. Нет, извините. Сегодня Крылов заявил, что мы занимаемся никому не нужной тематикой. Не буду приводить никчемных выражений вроде «руководство плохое», «подавляет инициативу». Правильно я излагаю, Сергей Ильич? И что Аркадий Борисович избегает современной физики, отстал и прочее. Да-да. А что касается заключения, то как я могу утверждать обратно, если я сам его готовил по просьбе Аркадия Борисовича? Разрешите, Аркадий Борисович, я сам отвезу Южину ваше заключение. Да-да-да, да. Аркадий Борисович, все это не так. Тут в другом дело. Вы, по сути дела, прикрыли целое перспективное направление. Разве так решают научные споры? Вы даже не хотите понять меня. Мне будет трудно при такой нетерпимости руководить лабораторией. Мне нужно превратиться в Агатова и постоянно поддакивать вам. Пропадает всякое удовольствие от работы. Научная работа не всегда удовольствие. Возможно, я неудачно выразился. Пропадает моя ценность как научного работника. Она пропадет, если вы будете разделять бредовые идеи Тулина. Я всегда уважал вас за то, что вы разрешали мне спорить с вами. Спорить, чтобы выяснить истину, а вы, Сергей Ильич, вы не спорили, вы интриговали. Вы не имеете права. Молчать, мальчишка! А я еще тащил вас на конкурс. Да не нужен мне ваш конкурс. Я отказываюсь от лаборатории. Что с вами, Аркадий Борисович? Ладно, оставьте меня. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-ай. За что же вы нас лишили своей милости? На вашем месте я бы не стал иметь дело с такими тиранами, как я. Ну и чудесно. Принципы надо доводить до конца. Чудесно, чудесно, я уйду. Ради бога, не задерживаю. Хоть сейчас же, вот хоть сию минуту. Подождите. Только учтите, это не вы уходите, а я вас увольняю. Вы уходите не от меня.